Мы никогда не верили в пророчества. И проводили жизнь в боях с врагами, которых указали нам отцы и деды. Пришел в наш мир, чтобы навсегда уничтожить его. Время ускоряет свой бег, сын Дуратона. Вновь вспоминается былая вражда, и ветер доносит до нас эхо войны. Герои бросают вызов судьбе и ведут свои войска в битву. И в то время, как армии смертных мчатся навстречу своей гибели, пылающая тень готовится поглотить этот мир. Теперь ты должен объединить свой народ и исполнить предначертанное. Следуй за мной.
Согласно нашим донесениям, орки перегруппировывают войска. И недавние нападения на резервации — прямое тому подтверждение. Согласен. Орда уходит. Но это же абсурд! Мы же не будем просто сидеть и смотреть, как орда марширует... Мы собрались здесь не ради орков. Сколько раз я должен повторить это, чтобы вы поняли меня? Король Теренес, прислушайтесь к моим словам. Эпидемия чумы, охватившая северные земли, может иметь ужасные последствия. Чума? Это попахивает паранойей. Давайте по порядку. Даже если эта чума действительно представляет для нас угрозу, что вы предлагаете делать? Все очень просто. Как я уже говорил, Кирин Тор готов подвергнуть ряд деревень строгой изоляции. Я не допущу этого, пока у меня не будет веского подтверждения ваших слов, посол. Людям Лордерона выпало слишком много испытаний, чтобы теперь становиться пленниками в своих же собственных землях. Они и есть пленники, король. Что это значит? Кто ты такой? Человечество в опасности. Тьма возвращается. И мир находится на грани войны. Довольно. Стража, уведите этого безумца. Слушайте меня. Единственное спасение для вас, люди, это путь на запад. В древние земли Калимдора. Подождите, посол. Я не знаю, кто ты и во что веришь, но сейчас не время для пустых пророчеств. Война уже угрожает нашим землям. Но принимать решение будем мы сами. А теперь убирайся. Моя ошибка обошлась человечеству слишком дорого. Это не должно повториться вновь. Если вы не способны нести это бремя, я отыщу того, кому оно будет по силам. Я сделал все, что мог. Они сами избрали свой путь. Сын мой, тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны. Я позабочусь обо всем. Сын мой, что ты делаешь? Я становлюсь королем.
будет уничтожен, и на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира. Thank you.
огонь демонов угас в моих жилах. Я освободился. Нет, старый друг, ты освободил нас всех. Древо залечит свои раны, как и этот мир. Жертва была принесена. Люди, эльфы и орки, все они, забыв былые распри, объединились против общего врага. Сама природа восстала против тьмы, и тьма отступила. Пророчество исполнилось. Этот мир спасен, и ему больше не нужны хранители. Будущее теперь находится в руках смертных, и имя Медива вновь станет легендой, одной из множества легенд далекого прошлого. На самом деле предали меня. Всеми гонимы, всеми отринуты. Но я слепой, вижу то, что недоступно зрячим. Thank you.
очистить этот город от солдат священника короля. Неужели ты осмелишься перейти королем? Деду, ты совсем лишился рамблиарда юников. Из армии я не смогу победить болгарцев. Четыре года прошло с тех пор, как расы смертных объединились и отразили вторжение Пылающего Легиона. Хотя Азерот и был спасен, от непрочного союза Орды и Альянса не осталось и следа. Пламя войны разгорается вновь.
10 000 лет я провел в заточении. Меня изгнали с моей родины. Вы смеете вторгаться в мой мир? Вы не готовы. Сами леса Лордерона прошептали это имя. Артас. Смотрел, как ты рос для служения справедливости. Не забывай, наш род всегда правил, полагаясь на силу и мудрость. И я знаю, что ты проявишь сдержанность, будучи наделенным такой властью.
сердца своего народа, ты узнаешь, что такое истинная победа. Знай это, ибо когда мои дни будут сочтены, ты станешь королем. Почему мы сражаемся? Это все равно, что спросить, почему опадают листья. Так устроено природой. Но это не главный вопрос.
почему мы сражаемся. Чтобы защитить свой дом и семью. Чтобы сохранить равновесие и достичь гармонии. Для нас главный вопрос: ради чего стоит сражаться? Судьбу. Вы будете завоевателями. И что, Гул'дан, мы отдадим взамен? Все, что есть. Отвергаешь мой дар? А все эти жалкие шавки пришли увидеть твою смерть? Завоевателями!